Волк – могущественное и бесстрашное существо. У них особая таинственность, и они были сильными персонажами во многих произведениях литературы и кино. И они символизируют множество вещей. Также чрезвычайно сложно приручить волка, поскольку они передвигаются стаями. Волки часто связаны крепкими семейными связями и лояльностью к определенной группе. Волки – потрясающие животные, способные вселять страх в сердце или вызывать трепет. Это великолепное создание долгое время считалось предком современной собаки. Татуировка волка имеет много значений и может быть тесно связан с бесстрашием, силой, мощностью, храбростью, верностью, выживанием. В некоторых культурах они являются ночными хищниками, охотятся и преследуют наши самые мрачные кошмары. В других случаях они благодарные воины, великие лидеры и защитники невинных. С такой разнообразной репутацией кажется, что волк – одно из самых непонятных существ в древнем мире.